Погода продолжает удивлять. Без сюрпризов не обойдется и в ближайшие дни. Всю неделю область будет находиться под властью сразу двух циклонов. Мы вчера увидели формирование над Черным морем циклона, который циклон формировался в очень теплой влажной воздушной массе и по ведущему потоку стал смещаться на Среднее Поволжье. Тем не менее, сейчас с Атлантики вышел другой циклон, более прохладный, он находится над Архангельском. И в перспективе мы на эти сутки ожидаем, что произойдет объединение двух воздушных масс, очень теплой и очень прохладной влажных воздушных масс. И мы ожидаем обострения циклона над Ульяновской областью. Основной удар придется на сегодняшнюю ночь и завтрашнее утро. По словам синоптиков, за 12 часов может выпасть до 50 миллиметров осадков, когда как месячная норма 45 миллиметров. К дождю прибавится сильнейший шквалистый ветер до 27 метров в секунду, град и грозы. Подобный разгул стихии в нашем городе был больше полувека назад. 25-27 метров в секунду ветра такого у нас еще не было, во всяком случае, в протяжении 2-3 лет. Поэтому сейчас принято решение о приведении сил и средств территориальной системы областной в режим повышенной готовности, а это значит создание межведомственных штабов. На заседании по чрезвычайным ситуациям в областном правительстве в режим повышенной готовности переведены все службы. Даны поручения главам администрации о проверке ливневых канализаций и пожарных гидрантов. На вопрос, когда же в Ульяновск придет настоящее лето, синоптики отвечают – на следующей неделе. Уже с понедельника ветер обещают стихнуть, а на смену дождям выглянет долгожданное солнце. Дарья Судрева, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.